от студии, которая имела глупость продать права на героев Марвел Диснею. Еще один фильм, снятый лишь для подготовки к Мстителям. Капитан Америка, Первый Мститель. Пусть в вашей груди отзовется важный посыл этого супергеройского фильма. Важно то, что у тебя внутри, но только если не надо драться. Или завоевывать уважение. Ты посмотри, это ж слезы. Или соблазнять женщин. Женщины не особо рвутся танцевать с парнем, которого могут раздавить. Знакомьтесь, Джонни Шторм, Человек-факел. Нет, стоп, это другой фильм. Стив Роджерс, голова взрослого мужчины приклеена к телу ребенка. Это тощий чувак из Бруклина, который одевается по моде 40-х. То есть он просто обычный хипстер из Бруклина. Смотрите, как он обретает сверхспособности самым американским способом на свете. Стероиды! Как ты себя чувствуешь? Выше. Кубики! Накачавшись, он станет Капитаном Америка, солдатом с суперспособностями. Быть немного сильнее обычного качка. Мастерство фризби! И, супертрезвость? Не могу опьянеть. Забудьте дурацкие 3D-голограммы Тони Старка. Вернитесь в аналоговый мир, полный дёрганья рычагов. Щёлканье тумблеров. Нажимание кнопок. Поворачивание рукояток. И людей, которые объявляют проценты абсолютно без всякого контекста. 10%. 70%. 50%. 20%. 40%. 60%. 30%. 60%. 80%. 40%. 90%. Есть 100%! Вместе с Капитаном Америка вступите в борьбу со злобным красным черепом, которого, как и всех остальных фантастики и фэнтези, играет Хьюго Уивинг. Радуйтесь, когда Капитан наконец побеждает своего давнего врага в бодрой двухминутной нарезке, чтобы оставить больше времени на предсказывание сюжета Мстителей, демонстрации главного предмета из Мстителей, ненужного замораживания Кэпа, чтобы он попал в Мстителей, и сцены после титров, которая буквально трейлер к Мстителям. В ролях! 90-летний девственник Томми Ли Морщинус. Немецкий Капоте. Доктор Стрэнджлав. Зимний спойлер. Агент Романтическая линия. И Роберт Дауни-старший. Капитан Америка. Первый Мстителей трейлер. В первом Индиане Джонсе было лучше. Просто факт. На этой неделе произошло немало интересного и драматичного. ЧП в Мурманске. На циркового крокодила Федю упала бухгалтер весом 120 килограмм. Жительница Новой Зеландии сдала полиции своего кота, который принес ей пакетик с марихуаной. В Кишиневском дендропарке прошло торжественное открытие памятника целомудрию и девственности.